Дорогие братья и сестры, доброе утро. Давайте прочитаем с вами Евангелие от Матфея, 15 главу, с 22 стиха, даже с 21. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Его женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти его, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Очень интересное место. Вы знаете, я думаю, что благодаря именно таким местам, ну, таким и подобным местам, можно понимать, что Писание – это не дело рук человека. Потому что если бы человек писал эти слова, если бы человек составлял историю о Христе, то он бы вот подобные вещи вряд ли бы включил в повествование. Потому что здесь, по человеческому рассуждению, здесь Иисус предстает как будто бы таким равнодушным и отстраненным. И то, что он исцеляет в конце, выглядит как будто, ну, типа, ну так уж и быть, ладно. Вот. Но, ну да, и когда люди составляют жизнеописание всяких своих вождей, всяких таких вот товарищей, за которыми они, ну, которых они пытаются как-то почтить, вознести, такие моменты они как-то вот обходят стороной, такие не совсем удобные моменты. Давайте разберемся, так ли это, так ли выглядит Иисус здесь или нет, и какое назидание можем извлечь отсюда. Во-первых, мы видим, что Иисус вообще сам пошел вот в эти вот пределы, в страны Тирские и Сидонские. Вот. Если бы здесь, как написано было, что, ну, если бы он действительно был послан только к овцам Израилевым, к погибшим, то получается, что, ну, тогда и нечего ходить вот в эти страны. Вот. Также мы знаем, что план Божий был на самом деле в спасении всех, в том числе язычников, в том числе и вот этих вот бедолаг из стран Тирских и Сидонских. Вот. То есть Иисус хотел обратить свое спасение, Бог хотел обратить свое спасение на всех, то есть на все человечество. И может быть кто-то скажет, что на самом деле Иисус был послан, вот именно сам Иисус был послан только к Израилю. Да, так оно и есть. Иисус был послан к Израилю, и он старательно выполнял это поручение. Но это не значит, что, как бы сказать, ну опять, в Библии все не квадратно на самом деле. И в Божьем Слове мы видим, что далеко-далеко не все квадратно. Не все так, как человек представляет себе. И мы помним вам с вами примеры из родословия. В этом же, в Матфее написано, да, родословие Христа. Там вообще появляются люди, которые не должны там появиться. А женщины появляются. Вот. А те, кто должен появиться, там не появляются. Там парочка царей исключены из этого списка, вот, которые должны там быть. Поэтому, на самом деле, Писание, ну и Бог, они, ну, они не ходят такими вот, знаете, путями. То есть Бог творец и творит, как хочет. Не то чтобы он нарушает собственные законы, просто он поступает в соответствии со своими законами точно. А мы с вами просто по-другому иногда трактуем эти законы, слишком прямолинейно. Вот. И также написано, что милость превозносится над судом. Итак, давайте рассмотрим. Женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется».
То есть мы видим, что весть о Христе достигла даже этих отдаленных мест. Эта женщина называет Христа сыном Давидова. То есть она обращается к нему, ну это мессианский титул, то есть она обращается к нему как к мессии, как к тому, кто действительно послан Богом. Вот. И вот она приходит ко Христу со своей проблемой. Видим 23 стих, он не отвечал ей ни слова. А затем, когда она продолжает, ну, когда она подошла, вернее, когда ученики начинают просить, мы видим, что он ученикам дает ответ. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Вот, то есть эти слова были обращены не к ней, на самом деле, а к ученикам. Она, подойдя, кланялась, говорила ему: «Господи, помоги мне». Он говорит уже ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». То есть это на самом деле такое, ну, в общем-то, не очень лицеприятное высказывание, согласитесь. Ну вот. И она сказала: «Так, Господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола Господних». И тогда Иисус сказал ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Мы видим, что в конце концов Иисус удовлетворяет просьбу этой женщины, но он делает это не так, как ученики. С каким мотивом подошли ученики? «Отпусти ее, потому что кричит за нами». То есть ученики на самом деле, ну, странно, да? То есть женщина пришла к ним, ко Христу, с такой достаточно серьезной проблемой. То есть она очень страдает, она даже вот осмелилась, ну, и кричать, и идти ко Христу. Потому, ну, еще эта женщина язычница, еще и женщина, ну вот, то есть, и она встречает такое, как бы, равнодушие, да? И тем не менее она настаивает. Она настаивает. Вот, то есть она осмелилась с такой серьезной проблемой подойти ко Христу. Вот. А ученики такие: «Отпусти ее, кричит за нами. Ну, неудобный человек. Уж исцели ее и пусть идет себе, а то доставляет нам неудобства такие». То есть странно, вот мы видим, что сердце учеников было достаточно черствым. Их мотив был просто отделаться от этой женщины. Вот. Но на самом деле Иисус исцеляет ее не поэтому. Я думаю, что на самом деле это был его план — встретить эту женщину. Как помните, мы с вами недавно разбирали, что ну, речь Стефана. Стефан говорил к Синедриону, к людям, которые его слушали. Он говорит, что в одни Илии много было голодающих. Много было вдов в Израиле, но он был или послан только к одной вдове в Сарепту, Сидонскую. Это те же самые пределы, Тир, Сидон. Вот. То есть туда же он был послан, к язычнице. Много было прокаженных в одни Неймана, сириянина, а исцелился только один он. И то он был язычником, и то он был вообще военачальником врага, вражеского народа. Вот, поэтому я думаю, что Божий план был в том, чтобы эту женщину найти. Вот. Но почему же? Почему же он так не сразу исцеляет ее? Я думаю, что ответ прост, на самом деле. Ответ также вкроется в Писании. Мы с вами помним притчу о неправедном судье, к которому приходила вдова с просьбой защитить ее. И вывод из этой притчи был такой, что, ну, будьте настойчивы, как это, да? В молитве будьте настойчивы. И я думаю, что здесь Иисус хотел показать пример настойчивости, пример верности, как он сказал: «О, женщина, велика вера твоя». А что, Иисус не знал, какая вера у этой женщины? Разве Иисус не знал и не понимал? Разве Иисус не был послан к ней? Я думаю, что он знал, и он был намеренно шел туда, он знал, что он ее встретит. Вот. Но я думаю, что это дано нам как пример для того, чтобы мы, видя это, делали так же. Чтобы мы были настойчивы в наших просьбах к Богу. То есть, я думаю, что, вот как мы с вами еще говорили в прошлый раз или в позапрошлый раз, слишком у нас в нашем мире все стало слишком быстро. Вот. И вот с этой скоростью из сердец людей
ушло терпение, ушла вот эта вот настойчивость, которая как следствие терпения. И, конечно же, есть вещи, которые, ну, про которые Бог говорит «нет», и это «нет» окончательное. Как классический пример, как в случае с Павлом. То есть Павел молился Богу, просил об этом жале в плоти, который был у него, и Бог сказал «нет». Павел сказал, я трижды просил у него. Вот. И трижды, некоторые трактуют буквально, что Павел три раза просил. Некоторые говорят, что это Павел просил, ну, типа, это обозначение или образ такого, такой полноты, что ли, просьбы. Что Павел просил много-много-много раз. Вот. Имеется в виду, ну, трижды имеется в виду, что это как образ полноты, законченности, что ли, вот этого дела. Вот. Ну, в любом случае, да, Божий ответ был окончательный. Нет, и все. Вот. То есть иногда бывает так. И тут, как говорится, проси, не проси, потому что это не воля Божия. Но я думаю, что гораздо больше случаев в нашей жизни, когда мы начинаем о чем-то просить, не получаем, и очень быстро разочаровываемся, говорим, ну, Бог не любит меня, Бог не хочет, Бог то и сё, и всяческая обида наступает. Вот. Я думаю, что в этом случае, если плод вот этого отказа молиться, разочарования или обида, или охлаждение, или что-то подобное, вот, то я думаю, что это не от Бога. Я думаю, что надо продолжать молиться с верой, вот как эта женщина, быть настойчивыми. Ну вот, в смирении, конечно же, настойчивость не должна быть дерзкой. Ну вот, настойчивость не должна быть такой, знаете, ну, понимаете, дерзкой, да, наглой, вот. Настойчивость должна быть смиренной, вот, как вот у той же, как у этой женщины, вот. Но она должна быть, понимаете, я думаю, что гораздо больше у нас с вами просьб Бог бы исполнил и хочет исполнить, если бы мы проявляли вот эту настойчивость. Поэтому, дорогие братья и сестры, ну, я думаю, здесь и сама женщина увидела пример того, как нужно поступать, потому что она утвердилась в своей вере. Вот, она, ну, ей был дан конкретный пример того, как нужно делать. Вот. И также ученики, я думаю, видели. Ученики, я думаю, видели вот этот чудесный пример. Недаром это записано в Писании. Вот. Поэтому давайте с вами возьмем и мы с вами как пример вот это вот дело. Это вот шаблон или образ, модель поведения. И будем просить Господа то, что есть в Его воле для нас. Ну вот, я думаю, что это немало. Я думаю, что Господь желает благословлять, желает делать много доброго в нашей жизни. Но для того, чтобы совершились некоторые вещи, мы видим, нужна настойчивость. Вот, давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за этот пример. Прошу Тебя, благослови, пожалуйста, нашу жизнь. Благослови, пожалуйста, этот день, научи нас вот этой настойчивости, научи нас не ослабевать в терпении, не ослабевать в молитве и с еще большим усердием молиться, со смирением, кротостью, ожидая от Тебя, Господь, Твоих ответов. Благослови, пожалуйста, нас, будь прославлен Отец во имя Иисуса Христа. Аминь.